Мы специально не стали притягивать этот сюжет к какому-нибудь конкретному месту. Без разницы, в принципе. Будь это Моржане 9, будь это Советская 160, либо Правда 59, либо Северный переход 28. Принцип работы сети Автоград одинаков. Вам максимально удобно. Сейчас реально нет смысла колесить по городу в поисках авторезины. Сейчас надо понимать, что широчайший ассортимент дисков – это только в Автограде. Всем, наверное, очень интересно, почему я столько внимания уделяю прогнозам экономическим. Просто вы же должны знать, что с вами произойдет в ближайшие 5-6 лет. Так вот, в ближайшие 5-6 лет будет идти все-таки становление отечественного автопрома. И вряд ли всего отменят таможенные пошлины. Поэтому владельцы таких замечательных машин, которые вы могли себе позволить купить до 2009 года, вот вы должны задуматься о их внешнем виде. И Автоград вам позволит это сделать. Потому что внешний вид вашего автомобиля – это не только красочное покрытие, это еще и диски. Вот сегодня о них мы и поговорим. Сегодня стало очень модно не просто иметь комплект зимней резины и летней, а гораздо выгоднее и моднее иметь еще и комплект на дисках. Вот так вот. И теперь я хотел бы обратить внимание на цену вопроса. И очень часто, и практически вот весь этот ассортимент нам демонстрирует то, что, оказывается, диск в итоге дешевле некоторых типов резины. Ну, так что думайте, как это посчитать по деньгам. Ломать тот старый диск, царапать его, или купить себе новый. О, сколько нам открытий чудных готовит наше повседневное бытие. Вы, кстати, свой гараж, склад, как привыкли открывать? Руками? Вот вам чудное изобретение конца первого десятилетия века 21-го. Не каждый автолюбитель сейчас имеет возможность купить себе собственный гараж. Да, экономический кризис, в общем-то. Но даже у того, у кого есть гараж, тот автолюбитель самый счастливый, который использует ваш гараж в качестве склада, вот ему необходимо задуматься. О чем? О том, что вскрыть гараж, в общем-то, не так уж сложно. Вскрыть первый, второй, третий, четвертый гараж по улице. Для этого достаточно просто сломать одну стенку. Затем ломается следующая стенка, следующая и следующая стенка. И вы, господа жулики, вытаскиваете, что вы вытаскиваете? Но если вы вытащили старый стальной диск, это всего лишь одна бутылка водки. На металлолом его сдать. Вот. А если вы вытащили комплект из алюминиевых дисков, то это ящик водки. Я намек не для жуликов говорил, я намек для автомобилистов говорил, что гараж-то не крепость, к сожалению. Но Автоград – это крепость. И Автоград принимает на хранение ваши колеса вместе с дисками. Стоимость хранения – 6 месяцев. Это всего 600 рублей за комплект. Естественно, ответ хранения – это очень удобно. В Автограде вообще многое делается абсолютно не напрягающим образом. Хотите скидки – пожалуйста, есть дивные акции. При покупке 4 шин и 2 дисков, 2 диска в подарок. Не все, естественно, а те, у которых ценник, участника данной акции. Мы живем в удивительной стране. Это не что нас плющит и колбасит, но так бывает. Жить надо учиться. Вот. Магнитогорск, кстати, живет гораздо лучше других. По собственному опыту скажу. Смотрите на левый берег, какой красавец комбинат. Что строится, ух ты, ё-моё. Вот. Отдельная гордость берет меня за город Самару. Ну, лучшие диджеи, сейчас они работают в кафе «Салтан». Вот. Лучшие двигатели для ракет, сейчас их американцы покупают. Вот. Ну, естественно, в Сибирь есть и еще города такие красивые, Новосибирск, Красноярск. Вот, Красноярск, что там есть? Ну, единственная рейсинговая трасса там есть. Есть там такой завод, «Скат». Так вот, Красноярский алюминиевый завод в 2003 году открыл дочернее предприятие. Ну, я не знаю, кто там, кого там дочка является, но в итоге Made in Russia, ну а в России как делаются диски? Ну, так, по-жесткому. И сколько их делается, этих дисков? Так вот, в Автограде представлена практически вся коллекция, 83 наименования. Есть и новинки. И помните, в начале сюжета я говорил, сколько стоят диски? Мы выбираем великолепный, вот смотрите, такой хром с черным. Ох, на 16, да. Так вот, я себе на Skyline брал диск. Ну, тоже красивый, но итальянский. Заплатила за него 6200 рублей. Теперь на Sky можно купить вот такой обновленный вариант за 4100 рублей. Это на 16. Вот. Есть и более дешевый вариант, вот такой
Черное серебро 3750 рублей. Ну, кстати, если вас смущает Шиллик Скат, ничего страшного, это всего лишь пластинка пластмассовая. Она вытаскивается на шиномонтажном оборудовании, на шиномонтаже точнее, и ставится все что угодно. Хотите поставить сюда Mercedes, хотите BMW, да без разницы. Но цена вопроса и цена экономии, и при всем при этом, это отечественное производство. Так что давайте его поддерживать вместе с Автоградом. Да, мы можем делать не только на уровне. Мы можем делать лучше, чем Китай, Европа и Америка. Оно понятно, из лучших танков, истребителей и ракет сразу Mercedes S-класса не сделаешь. Все постепенно надо. Диски мы делаем лучшие, авторезину тоже. Автостекло, естественно. Остается немного, кузова, двигатели и трансмиссию. Так что скоро будем ездить на всем своем. Не забывая приобретать резину и диски в Автограде. Естественно, у друзей-конкурентов Автограда возникает вопрос. А почему достаточно успешно они на плаву держатся? Даже не держатся на плаву, а плавают. И, кстати, по зонам кролем, то есть очень быстро, обгоняя конкурентов. Да, искусство, как говорится, не пропьешь. А искусство продавать автомобили, продавать аксессуары, вот этому надо учиться у Автограда. И вот такой ассортимент я видел, пожалуй, только в супермаркетах Самары и Москвы. Действительно, количество товара ну просто потрясающее. Выбираете все на любой вкус. Когда возникает у людей вопрос, куда обращаться за резиной, я, пометуя свою давнюю дружбу с Автоградом, говорю, только сюда. Ну, смысл ездить искать, не знаю. Вот у меня, допустим, люди, друзья мои, делают просто, они приезжают в Автоград, говорят, мы от Лехи Челейкина. И получают замечательную скидку, 10%, мою личную. Вот, вы, конечно, можете стать таким же Алексеем Челейкиным, особо труда-то много и не надо. Просто регулярно дружите с Автоградом и получайте вот такие замечательные подарки. И в итоге комплект колес станет еще и дешевле на несколько тысяч рублей.